Всем приветуськи. Маленький ложек. Кусенька пельмешуньки. Кто тебе там звонил? Я тебя не снимаю, не переживай, я еду снимаю. Просто спросил, кто. Заказы эти какие-то, что ли? Да не, сейчас у меня настроение повысилось, вроде нормально. Я сделал, короче, укропчик сюда сухого добавил. Здесь его, правда, не видно. Ну иди садись сюда, куда ты ушел-то. Иди. А Эмиль ушел за компьютер. Не я хочет. Берег, он не хочет делать мукбанг, хоть отведать, как пельмени. И как вообще этот, как его, бое, хрустящий, вкусный. Садись с этой стороны, сынок. Хрустящий, вкусный багет. Давайте, вот так вот будет удобнее. Говорят, нам так сказали садиться. Так да, как, да, так как я, ты левша, а я правша, так сказали, будет удобнее. Наоборот, мне около окна, а тебе, короче, там... Это... Не горячий, наверное, еще. А, нет. Ну как, вкусно? О. Вкусненькие. Я не буду снимать там тазик для этой посуды. И бабу. Я бабу вообще не снимаю. А то она у нас стеснительная. Ну как, багетик? Вкусненький? Угу. Ароматный, да? Угу. Ваня, я тут пойду. Сейчас кофе принесу. Мам, накладывайте пельмени-то. Или вы пиццу пока объели? С чем вы там объели-то? Кашман. А, кашман. Вот какой у меня кофе. 2,5 ложки кофе. Ложечка чая. И сгущенки мама налила. Да, я люблю крепкий кофе. Так быстрее бы на терпечку замазать и побелить. Мечтаю. Хоть что вы мечтаю. Там напишите, то что там и сердце, и как мне только там не говорили, наверное. Я пью только 2 ложки. Для меня 1 ложка это все, это уже не кофе. Я люблю крепкий кофе. Ну, вкуснятинский пельмешунь мичуринский. И багет вкуснятинский. Помидорки как? Ну, мукбанг же. Себя мне снимать не охота, это сегодня купаться мне надо, я не причесанная вся какая-то иметь. У меня как были косички и... Нормально ты выглядишь, и красавица. Куба еще ее не видно. Обветрила. В кавычках. Не, в тройных кавычках. Красавица. Юль, красавица в тройных кавычках. Такой злой хлюнь на меня сидит. Ты чё? Ладно, ладно, красавец, красавец. Красавец, красавец. Не сердись. Ладно, ладно, всё. Сын не любит, когда я на себя плохо говорю. Он злится. Сразу же. Ну ладно. Наоборот, себя. Не, у меня на самом деле тут уже пупок. Нет там никакого пупка. Ты как Георгий, отлично пищится. У него пупок и пупок. Я пупок же, и пупок. Нет, ну, когда втянусь, нормально. Угу. Нет, у меня с утра вот. А когда я покушаю, у меня потихонечку. Угу. Ладно, всем пока. Вот такой вот у нас обедня. Ну все, Эмиля сейчас тут. Все, все.